Ну что, всем огромнейший привет, мои дорогие девочки. Так, у меня правда, что ли, такие круги под глазами или просто свет так падает? Нет, вроде ничего тогда, если поближе. Губы я сегодня опять накрасила, как Джокер. На самом деле я наконец-то достала увлажняющую помаду, потому что матовые мне реально сушат губы. Это, кстати, Faberlic. Давайте я в конце этого влога вам покажу, да, коллекцию своих помад. Так, поверхностно. Надо бы на второй канал снять коллекцию своих помад. Прям вот так вот досконально, прицельно. Ой, что-то у меня там одни оповещения какие-то на телефон. Но что-то как-то... И так я постоянно сижу на этих видосах, на этих съемках, на этих монтажах. Постоянно в телефоне, в компьютере, в фотоаппарате и все. Нет, пока на второй канал ничего снимать не буду. Я думаю, что вы не обидитесь. Будем связь с вами держать на моем основном канале. Так вот, у нас сегодня с вами воскресенье. Я вам говорила в прошлом влоге, что сегодня буду заниматься кухонными делами, готовкой. Нужно закупиться. Вроде бы по крупам я посмотрела, все есть. Хочу фунчузу купить, соответственно, с заправочкой, да. Куриные потрошка куплю, печеночки какой-нибудь. Может, все равно на работу завтра. Ну и посмотрю. У меня вообще сегодня такое состояние, такое настроение. Прям релакс-релакс. Я прям на таком расслабоне. Фикс прайс надо будет заглянуть, там кое-что мне купить. Салфеточки для уборки. Не хочется вообще загоняться ни по какому поводу, ни о чем не хочется думать. Просто прожить этот день с пользой. Очень соскучились по мальчикам. Сегодня муж их привезет. И так, что еще хочу? Да, я хочу в конце этого дня обязательно погрузиться в ванну. Если вы меня смотрите, то знаете, что ванны, в принципе, мы часто не принимаем, потому что у нас свой дом, своя канализация, и понятно, да, канализация может поплыть, ну и колодец может опустошиться попросту, да. Но сегодня точно будет ванна, искупаемся все. Детишек, конечно, тоже погружу, и Алиночку тоже искупаем. А вообще настроение такое, знаете, еще хочется заехать в какой-нибудь косметический магазин и скупить все абсолютно. Какие-нибудь помадки, тоналочки накупить, тенюшки, палеточки. Не знаю, я так отдыхаю на самом деле. Ладно, я поехала. Алиночка там, знаете, за машиной. Она у меня на улице спит с мужем. Погнали. Наконец-то я достала новую сумочку. Та у меня такая уже поюзанная. Теперь я моднявая бабенция. Что, девочки, покупки, мой сегодняшний улов, давайте посмотрим. Итак, это пакетик из магазина Fix Price, и еще раз напоминаю и повторяю, что Fix Price я заезжаю не из-за того, что мне срочно нужно там что-то купить, я не набираю там всякую требуху, я туда захожу, потому что он мне по пути, то есть у нас вот Пятерочка и Фикс, они рядом, и покупаю я там стандартные элементарные вещи, например, вот такую вот туалетную бумажку купила, так, что-то неудобно, я пакет положила, это у нас Флория какая-то с ароматом апельсина, интересно, да? Далее купила вот такие вот салфеточки для уборки, девочки, обратите внимание, это бренд Bonhomme, и именно возьмите из бамбука, они круто впитывают влагу, они не оставляют разводов, они такие супер, на мой взгляд, универсальные, здесь 5 штук, можно и убираться, и кухонные какие-то столешницы протирать, да, стол протирать, в общем, все что угодно, они неплохо стираются, и я их даже разрезаю на две части, поэтому мне мама моя посоветовала, реально крутая вещь. Я Мишутке купила вот такой вот контейнер. У нас любит
знаете, все чинить, менять батарейки там, да, на различных игрушках, ему некуда складывать батарейки. 77 рублей. И я хотела что-то, наверное, немного другое. В сходе выбрала вот такую штуку. Здесь вот такие вот отсеки. Можно еще вот эти черные штучки тоже разломать и как-то вот поставить. Ну, муж зайдет сейчас в гараже. Посмотрим, что можно будет сделать. Но в любом случае батарейки у нас будут все сложены. А далее, что у меня из фикса? Еще вот такие вот пакетики тоже Bonhomme для завтраков. В общем, пакеты у меня заканчиваются. Девочки, по поводу экологичности, да, пакеты мы сжигаем. Поэтому мы не засоряем пакетами окружающую среду, сжигаем около дома. И в магните отдельно я заряжала в магнит, поскольку в пятерке не было этого продукта, я купила куриную печень. Очень хотелось. На неделю обязательно сготовлю. 80... Нет, там была скидка. 71 рубль я отдала за эту упаковочку. Мне кажется, отличная цена. Кстати, за все сегодняшние покупки я отдала практически 3000 рублей. И это все с учетом акций, с учетом самых дешевых каких-то товаров. Да, иду. В общем, с учетом того, что я объездила несколько магазинов и искала, что подешевле, что повыгоднее. Ой, не могу, Алиночка не узнает меня в шапке, так смотрит, улыбается, не поймет, что с матерью происходит, да, почему такие изменения, к чему они. Короче, Алиночка проснулась, мы сейчас покажем оставшиеся наши покупки, то есть я покажу. И посмотрим, как Алиночка мне даст поделать дела в том плане, что, ну, сготовить, там, кухню разобрать. Потому что, скажи, я тоже люблю с мамочкой, да? Разговаривать на ручках, скажи, люблю у мамочки, да, Лин? У тебя что там на голове? Что за колтуны? Зай. Хорошо, она поспала на улице, наверное. Ну вот сколько я ездила, больше 2 часов. Подышала, теперь готова. К подвигам, да? Как от них пахнет это. Непередаваемо, конечно. Али. А вообще, девочки, у нас грядут крестины, да, если вам интересны тематики вот закупок, да, продуктовых, то пишите обязательно под этим роликом. Я вам поснимаю, потому что мы будем много чего покупать, много чего готовить. Я торт заказала уже. То я буду иметь в виду, да, если вам это интересно. Посмотрите, у Алиночки сзади такая вот залысина. Напишите, у ваших деток было такое или нет. Мне кажется, у меня у Пети, у Миши такое было. Вот еще помадка испачкала. Ладно, пойдемте смотреть оставшиеся покупки. Будем разбирать вместе. Ты что, ты думала, мама уйдет? Мне так нравится, это, наверное, бзик после мальчиков. Мне так нравится, как на Алиночке сидят леггинсы, вот такие вот девочковые. Я прям балдею. А маме нужно будет наказать, чтобы прикупила ей еще парочку. Такая мимимишность, это нечто. Так, дальше, что я купила в пятерке, это, конечно же, бедрышки куриные. Ну, что-то куриное я всегда покупаю, потому что детки любят. Так. А далее, что у нас тут такого? Я купила вот такой вот агушу, была по акции. Это у нас фруктовое пюре, да, по 30 рублей была эта агуша. Я купила детям помидорку черри, вот такую вот. Ну, буду готовить что-то из нее, там, фунчезу, например, там, да, добавлять при обжарке куда-то добавлять, там, может быть, в супчики, там, в салатики, да и в прикуску они не побрезгуют, поэтому, да, как-то так. По ценам не говорю, девочки, 80 рублей, черри, курочка там в пределах 130 рублей, вот этот вот продукт, пюре, да, про него я сказала, перец болгарский купила, я думала, что он дороже будет, потому что за килограмм как-то дорого, но один перчик на 20 рублей надо было побольше купить, у меня дети его в прикуску любят еще погрызть. Ничего, купила, мы полюбили. Пока любим это блюдо, пока оно мне надоело, и муж тоже все время прям восторгается, когда кушает, поэтому купила вот такой чим-чим. А по акции там 65, по-моему, рублей. Купила икру судака на 40 рублей, и мы такие штуки кушаем, на хлебушек мажем, супчиком кушаем.
Так, я купила пряники. У нас конфеты еще с новогодних подарков есть. Прянички погрызть с какао очень даже ничего. Сама люблю. Детки тоже кушают. И муж тоже любит. Купила Алиночке подгузничков. У нас есть подгузники для основной носки. Но купила для разнообразия, поскольку те уже заканчиваются. Ну и чтобы не бегать, да, посредине недели. В общем-то, это тройка Honey Kit от 4 до 9 килограммов, весим около 7 килограммов в наши 4 с лишним месяца. Да, Алина поймала пакет. Ой, скажи, пожуршу. Она так любит шуршать пакетами. Она так любила играть с мишурой, когда мы наряжали елку. Ну, девочки такие девочки. Бусы всякие любят. Чтобы не заезжать, короче, в рубль-бом, я купила в пятерке вот такие вот. Они были без акции. Ну, 170 рублей, я думаю, нормальная цена. Да, чек на 2039 рублей, это только вот в пятерке. Купила влажные салфетки, понимаю, что не хватает, и тоже без акции были рублей за 70. Да, хватай, Алина, хватай. Булочку, батончик вот такой вот купила с отрубями. Купила вот такую вот заправку для фунчизы, тоже очень любим. Давай, давай, играй, играй, играй. Сейчас стоит только убрать от нее пакет, она начнет истерить. Купила вот такие вот облачка макароновые, девочки. Посмотрите, макаронные, что сегодня со мной. Мелисса на первый раз увидела по акции 69 рублей. Может быть, в супчик добавлять, но если они будут разбухать в супе, я не знаю, как они будут себя вести, но съедим. Знаете, не так, так по-другому. Еще чим-чим у меня здесь. И у меня здесь... Алиночка, давай уберем все-таки пакет из магазина, грязный. Давай, а ты вот, давай, вот это вот поиграй. Нет, это стукнешься. Ну, сейчас разберемся. И купила еще, знаете что, вот такой вот рулет павловская курочка. Захотелось. С кофе, почему бы и нет. Разбираем следующий пакет, да, Линочка? Купила за 150 рублей вот такую вот ласку для белого. Люблю такой товар для стирки, рекомендую попробовать. 150 рублей для вот такой ласки, это... как говорится, красная цена, прям увидите, берите. Дешевле не найдете, наверное, наверное, но дороже тоже переплачивать не нужно. Ну зачем, да? Кефирчик купила, хотела кефира. Ну, дети у меня любят тоже кефир, особенно мишурка, и особенно кисленький кефир. А, девочки, я купила вот такие вот рыбные котлеты лососевые, вот такой вот бренд, и они без химии, представляете, по 70 рублей за пачку. Я купила две таких пачки. Я думаю, что у нас... Ой, уйдут. Это я уже по камере бью. Далее, купила грушу. Ну, не помню сколько. Ну, рублей, наверное, 60 отдала за две груши. Это конференция, она мягкая. Я очищаю детям и даю. На тарелочку режу, они грызут. Купила майонез по акции. Там рублей 50 он, по-моему, стоил. Махеев. Давай, Леночку, сюда положим. Не достанешь, надеюсь. Купила еще вот такое вот фруктовое пюре. Купила сметанку. У нас Миша обожает сметану. В общем-то, купила. Купила морской коктейль. Надо будет сейчас морозилку убрать. Может быть, с фунчизой что-нибудь сварганю. Либо так, в качестве подливочки такой сделаю. Ну, посмотрим. Это сошла 120 рублей по акции. Купила творожок деткам, мальчикам. Вот такой вот. Купила огурец на фунчизу. Купила еще, ну, я про рыбные котлеты вам говорила, да? Алиночка, что мама еще купила? Купила вот такие вот печеньки детские. Хочу сейчас Алиночке дать одно. Любит она у меня что-то в рот себе все тащить. И, ну, посмотрим, посмотрим. Если что, дети старшие съедят, старшие средние. Так, купила вот такую вот намазочку. Это сельдь в горчичном соусе. По акции, и я думаю, почему-то кажется, что будет вкусно, не знаю. Купила Яшкина вот такие трубочки, у меня дети любят такие трубочки, на неделе как-нибудь им приоткрою. Купила трубочки вот такие, вот это для молока, тоже дети любят, и внутри еще магнитики с алфавитом, интересно придумано. Еще фруктовое пюре. Еще что у нас тут, творожок. Ну и все, пожалуй, больше ничего и нет. Давай, Леночка, выбирай. Вот такие вот у нас сегодня покупочки, да, пупсик мой, пупс.
Все, начинаю готовить и включила для фона зарисовочки про Вьетнам. Интересна мне эта страна. И кое-что наматываю на ус, кое-что запоминаю. И, возможно, когда-нибудь удастся там побывать, хотя бы с мужем. И знаете, что я сегодня хочу готовить? В общем-то, пирог с капустой. Вот такой вот по кулинарной книге, которая шла к нашему духовому шкафу, вот что-то слов не нахожу даже. Вот такой пирожок. Я уже яйца отварила. У меня такая вот небольшая пауза. Я заварила чай, вот эту новинку Сахёрб, да, которую в последний раз заказала. Это чай из коры муравьиного дерева. Для иммунитета полезная штука, для тонуса, без кофеина чай. В общем, смотрите, он такой вот желтенький, такой а-ля зеленый, и он очень-очень ароматный в плане, вот как будто, знаете, как будто со специями какими-то, как будто с гвоздикой, с корицей, со всем вместе. И открыла я черничный джем, решила попробовать, прежде чем угостить детей. Очень вкусный джем. Так, где, кстати, у меня ложечка? Хочу вам консистенцию показать. Давайте большой ложкой, да? Смотрите, прям такой густой-густой. Прям черника-черника. Классный, такой в меру сладкий, не переслащенный, вкусный. Ну и хочу показать вам, у меня небольшие такие презентики есть, это из Fix Price, мама дарила, и такую, ну как бы а-ля конфетницу, да, подарили нам тоже с мужем. Блин, она крутая, посмотрите, какая милота. Вообще, да, можно сюда там конфетки сложить, либо, может быть, ну, для фруктов как-то маловато, да, будет. Ну, что-то придумать там. Пирожки на печь сложить. Вообще прям супер. И здесь вот такая вот соусница у меня из Фикса. Прикольная тоже, миленькая. Вот такие вот, как пиалочки, да. Можно салатики накладывать, там детям что-то накладывать. И у меня вот такая вот двухъярусная этажерка. Это бренд Kitchen, который продается в Fix Price. Ну вот так вот она выглядит. Вот такие блюда. Получается, и ну, аксессуары для соединения, да, супер. В общем, я люблю такие вещи, это создает дополнительный домашний уют, как-то успокаивает, круто. Пробежимся по готовке, там яйца у меня отварились на капустный пирог, здесь заготовка под подливку из куриной печенки, здесь я сейчас буду отваривать рис. Рис, кстати, знаете, какой люблю, вот такой вот в последнее время. Круглозерный, увелка, и он реально вкусный, там сливочного маслечка добавишь, прям так можно кушать, немножечко присолить, не склеивается, не рассыпается, вот такой в меру, такой, какой нужно. Поэтому обратите внимание, всегда такой беру. Ну что, мои дорогие девочки, день у нас уже практически закончен. Я с маской, сейчас отправляюсь в ванную, посижу, подумаю о жизни. В общем-то, всем огромное спасибо, что оставались с нами на протяжении этого влога. И до встречи в новом видео. Пока-пока!